Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Видное ТВ». Об основных событиях этого дня вам расскажу я, Олеся Попова, и мои коллеги. Далее коротко о главных темах выпуска. В Центральном парке Видного наградили тех, кто пронес любовь через всю жизнь, а также многодетных родителей. Ну скажи, что любил меня. Любил. А если бы не любил, 50 лет не жил. Мельникова Людмила. В амбулатории поселка Развилка начал работать стоматологический кабинет. Здесь будет работать доктор. Доктор хороший. Ориентировочно пока 3 раза в неделю. 10 июля в нашей стране празднуется День Российской почты. В преддверии этой даты в жилом комплексе «Государев дом» открылось новое почтовое отделение. Почта здесь нужна была. Район большой, вот такой жилой, и людей много. День семьи, любви и верности отмечают 8 июля в России. В честь праздника в Центральном парке Видного наградили тех, кто пронес любовь через всю жизнь, а также многодетных родителей. Почетные места в первом ряду за парами, которые пронесли любовь через десятки лет. 13 семей из Ленинского городского округа отмечают в этом году бриллиантовую, изумрудную или золотую свадьбу. Людмила Ивановна и Олег Дмитриевич Мельниковы в браке 60 лет. Познакомились случайно. Людмила снимала комнату у тети молодого курсанта Олега. Через 11 дней после судьбоносной встречи разъехались по разным городам. 2 года влюбленные переписывались, пока Олег Дмитриевич осваивал военную профессию. Но настоящую любовь не сломило даже расстояние. В 1962 году пара поженилась. После объехали всю страну по долгу службы Олега Дмитриевича. Полноценный дом обрели в Видном через 15 лет брака. Вон написано «Любовь, семья, верность. 60 лет». Это наш символ нашей семьи, к чему мы шли все эти 60 лет. 2 детей, 2 сыновей. 4 внучек, 4 правнуков. Мы самая счастливая семья. Надежда Александровна и Валерий Иванович Осокины вместе уже полвека. Встретились на танцах и влюбились с первого взгляда. Делятся, их секрет семейного счастья в том, чтобы беречь друг друга, а еще сохранять легкость и юмор в отношениях даже спустя десятки лет брака. В семье все зависит от женщины. Она очень мудрая, она знает, когда отступить, знает, когда сказать. Встретились давным-давно, в прошлом веке. И прожили в том веке, и живем в этом. Ну скажи, что любил меня. Любил. А если бы не любил, 50 лет не жил. Почетные пары получили подарки от администрации округа, а также им предложили расписаться в присутствии работника ЗАГСа, вспомнить молодость и начало семейного пути. Кроме того, в знак любви и верности супруги выпустили в небо белых голубей. Ура! В День семьи, любви и верности чествовали не только юбиляров, но и многодетных супругов. 6 семей в праздник получили сертификаты на земельные участки. Еще 5 парам вручили подарки от администрации Ленинского округа. В их числе Светлана Борисова и Павел Белошицкий. Не так давно они стали родителями девочек-близнецов. Теперь в их семье 5 детей. Многодетство – это заразительно. После 3-го хочется еще. У меня семья – самое главное в жизни. Конечно, это хлопоты и заботы, но это те хлопоты и заботы, которые мы сами выбираем. Поздравления получили и те родители, у кого появился первенец накануне праздника. Вручила подарки гостям торжества заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. Спасибо вам за то, что вы рядом, за то, что вы в нашем городе и за то, что у нашего города, благодаря вам, есть счастливое будущее, ваши дети, ваши внуки и пример вашей собственной жизни. С праздником вас и с праздником всех нас! В День семьи, любви и верности в парке работали несколько фотозон. Волонтеры провели мастер-классы по рисованию, оригами и фреске для самых маленьких. А творческие коллективы и артисты округа подарили видновчанам праздничный концерт. Олеся Попова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ».
55-летний юбилей семейной жизни празднует семья Валентины Ивановны и Андрея Андреевича Раздобудько. В день семьи, любви и верности пару поздравили члены местного политсовета «Единой России» Татьяна Квасникова и Анна Державина. Познакомились молодые во время военной службы в поселке Ям. Сегодня дети, внуки и правнуки радуют пенсионеров своими успехами в карьере и учебе. Партийцы зачитали поздравительный адрес от секретаря отделения партии Алексея Спасского и вручили им памятные подарки и чайный сервиз. А следующий наш сюжет о молодой семье. Они познакомились в интернете и с первой реальной встречи больше не расставались. За 9 лет совместной жизни в семье Долгополовых из Лопатина появилось 2 сына и 2 дочки. Но, как утверждает пара, это не предел. Тему продолжит Екатерина Борисова. Они все делают вместе. Воспитывают детей, гуляют, активно путешествуют по России и даже поют. Семья Долгополовых очень творческая. Папа Александр – профессиональный музыкант, руководитель вокальной студии «Планета Kids» в Лопатинской школе. Старшая дочка, 7-летняя Полина, тоже обожает петь и с гордостью демонстрирует нам множество дипломов и кубков. Это прадедушка. Я пела. Это я заняла 1-е место. Я ошиблась, но потом пела уже 3-й. Нет. Вот. А это 2-й степени. Не отстает от них и мама Анна, учитель французского и английского языков по профессии. Несмотря на большую нагрузку дома, она тоже принимает участие в творческих конкурсах и фестивалях, а еще сочиняет стихи. Утро началось не с тиканья часов и не с будильника, что громко зазвенел. Мне утром улыбнулся мой цветок, 2-й в кроватке закряхтел. Дочурка прибежала в теплую кровать с протяжным: «Мама, хватит спать!» И за окошком непогода улыбнула, а детки словно солнышко сверкнуло. Анна и Александр Долгополовы вместе уже 9 лет. Познакомились в группе в социальной сети во ВКонтакте и с тех пор больше не расставались. И причем я написал объявление «Ищу приличную девочку», вот, а вот Аня написала мне: «Привет, а я, кажется, приличный». Вот. Наши отношения начались с обмана. Анна всегда мечтала о большой и дружной семье, так как сама была единственным ребенком. Сейчас у пары 4 детей – 2 девочки и 2 мальчика. Но это не предел, говорят супруги. Полина у нас старшая, ей 7 лет, и она у нас очень талантливая девочка, очень талантливая, харизматичная, она прям, да, молодец у нас. А потом у нас идет Варюша, ей 3 годика, она любит заниматься гимнастикой, она ходила пару раз, да, но вот как-то пока не пошло, видимо, маленькая, она у нас очень женственная, любит платьишки. 2-летний Паша обожает все, что связано с машинами, а вот 5-месячный Тима еще не успел проявить свои таланты. Секрет их семейного счастья прост, говорит Анна. Секрет семейного счастья для меня, ну, наверное, быть терпимее к недостаткам и к характерам других, потому что у них у всех разные характеры, и у мужа тоже. Вот, он у нас очень вспыльчивый, строгий. Но, наверное, да, надо относиться снисхождением. В Лопатино из однокомнатной квартиры в Москве семья переехала 3 года назад. Супруги признаются, они по-настоящему счастливы. И теперь мечтают только об одном – большом доме, где каждому члену их большой и дружной семьи найдется место. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Далее к темам здравоохранения. В амбулатории поселка Развилка начал работать стоматологический кабинет. Теперь получать медицинскую помощь станет удобнее почти 9 тысячам жителей Ленинского округа. Обновили и оборудование для физиологических процедур. Подробнее расскажем в сюжете. В конце апреля глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вместе с сотрудниками администрации и представителями депутатского корпуса посетил амбулаторию поселка Развилка. Тогда от жителей поступила просьба открыть в учреждении стоматологический кабинет. Посещать доктора в Видном было неудобно, далеко добираться и сложно записаться из-за большого потока пациентов. Направляли в платную поликлинику, ездили в Видный, куда не допроситься, не записаться. И в статье газетка объявилась. Статья его, что он пообещал сделать. И вот сегодня хороший день. Хороший день. Человеку надо мало, чтобы был хороший дом, хороший врач. За 2 месяца в амбулатории Развилки оборудовали отдельный стоматологический кабинет. И уже в июле он начал принимать первых пациентов. В планах руководства округа и ВРКБ постепенно открыть подобные кабинеты во всех амбулаториях поселков Ленинского округа. Это улучшает, скажем, доступность населения и, соответственно, снимает нагрузку с самой стомат-поликлиники. Здесь будет работать доктор хороший, ориентировочно пока 3 раза в неделю.
Я думаю, где-то сейчас постепенно наладим саму работу и через, наверное, пару недель выйдем уже на ежедневный прием населения. Здесь сейчас стоят хорошее оборудование. Это немецкая установка КАВА 30-я, очень хорошее, качественное, надежное оборудование. То есть компрессор, здесь происходит стерилизация инструмента, то есть стоит автоклав. Сегодня здесь оказывают только терапевтическую помощь. В течение нескольких месяцев планируют начать проводить и хирургические процедуры. Так в кабинете уже появился современный стоматологический рентген-аппарат. Кстати, новое оборудование по просьбе работников амбулатории установили и в кабинете физиопроцедур. Медики рассказывают, износ старых приборов составлял 100%. Нам преподнесли три аппарата физиотерапевтических. Это ультразвуковой аппарат, это Дарсон-магнитотерапия и аппарат Дарсон-вализации, гальванизация и электрофореза. Это те самые распространенные аппараты физиотерапевтические, которые используются нашими врачами при различных заболеваниях и опорно-двигательной системы, и бронхолегочной системы. Я думаю, что наши жители будут довольны, а мы будем оказывать качественную медицинскую помощь. Теперь в амбулатории развилки предстоит обновить кровлю. Старая крыша часто протекает в холодное время года. Реализация проекта зависит от Министерства здравоохранения региона. Олеся Попова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 10 июля в нашей стране празднуется День российской почты. В преддверии этой даты представители партии «Единая Россия» посетили новое почтовое отделение в жилом комплексе «Государев дом». Оно было открыто накануне и уже принимает первых посетителей, среди которых оказался и наш корреспондент Максим Козлов. Здесь это, барьер, здесь два окна операторов. Вот. Третье окно дополнительное для обработки почты. Заместитель начальника Домодедовского почтамта Евгений Чайкин проводит для гостей, представителей партии «Единая Россия», экскурсию по новому почтовому отделению, открывшемуся в ЖК «Государев дом». Почта здесь нужна была. Район большой, вот такой жилой, и людей много, и обслуживает не только вот именно вот этот район, но и ближайшие населенные пункты. Люди пользуются этим учреждением. Поэтому я, конечно, пожелаю всему коллективу хорошей работы, хороших сотрудников, чтобы почта процветала, Почта России. 40 тысяч человек из окрестных поселений смогут пользоваться услугами этого отделения. Раньше ближайший почтовый пункт был в Расторгуеве. Теперь местным жителям не надо тратить время на дорогу. Я все время ездила на Петровский 24, очень неудобно было. Сейчас вот здесь рядышком, очень хорошо и удобно. Ну, для меня, по крайней мере, потому что у нас район большой, людей много и очень доступно сейчас стало. Открытие почты в Государевом доме – совместная работа администрации Ленинского округа, депутатского корпуса и компании-арендодателя. Оказали им, безусловно, помощь определенную, сделав каникулы арендные для того, чтобы они смогли сделать ремонт. Кроме этого, у них льготная арендная ставка, которая позволит им комфортно себя ощущать. Представители партии «Единая Россия» пришли не с пустыми руками. Они поздравили почтальонов с грядущим профессиональным праздником и открытием офиса. Несмотря на модернизацию, информатизацию, все уходят в интернет, но ваша работа, она по-прежнему актуальна. Люди не перестают писать письма, а особенно, наверное, сейчас актуально, да, это всевозможные доставки, посылки и прочее. От нас небольшой такой вам презент, и вот на новое место работы вам чаек. Да. Ремонт в помещении, проведение необходимых коммуникаций – все это было сделано в сжатые сроки. Контракт на аренду помещения подписан чуть больше недели назад. Открылись, грубо говоря, за 3 дня, то есть максимум приложили усилий для того, чтобы уже клиентам было комфортно ездить не 142, 702, а уже здесь по месту получать свои отправления, там, посылки, письма и все остальное, то есть полный перечень услуг, которые предоставляет Почта России. В настоящий момент заканчиваются работы над инсталляцией и настройкой необходимого оборудования. Полностью штат работников будет укомплектован в течение недели. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Активная и целеустремленная молодежь Ленинского округа без дела не сидит, а в свободное от учебы время трудится на различных мероприятиях. Такую возможность им предоставляет досуговый центр «Энергия». Зарабатывать школьники могут круглый год. Контракт с ними заключается на 2 недели, за которые ребята получают порядка 3000 рублей. К этой сумме 1500 добавляет центр занятости. Работает молодежь трудовыми бригадами. Берем ребят от 14 до 17 лет из Ленинского района.
Находятся они преимущественно при помощи центра занятости, также социальных сетей, звонков, возможно. Их могут попросить, например, из администрации, какие-то сторонние организации просить нас, чтобы мы предоставили им в качестве поддержки. Труд школьников полезен на крупных массовых мероприятиях при проведении детской анимации и субботников. Мне это очень нравится. Я, например, ухожу на разные мероприятия, а не сижу дома. И за это мне даже деньги платят, это самое главное. Не сидите дома, лето все-таки. Надо ходить. Работать. Да, работать, так сказать. Сейчас в базе досугового центра «Энергия» порядка 200 школьников, а за год сюда трудоустраивается более 500 человек. Одно из последних мероприятий, где работала активная молодежь, это празднование Дня семьи, любви и верности. Ребята раздавали гостям воздушные шары. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам хороших выходных. До новых встреч в эфире.